Доброго времени суток всем, кто смотрит наш канал. У нас сегодня воскресенье, такой солнечный денек. С утра начался, птички поют. Мы с Лерой вышли из дома. Я на работу, Лера в кружок. Дети еще с папой валяются в кроватях. Сегодня воскресенье, можно. В общем, я такая Маша, растеряша, дошла до соседней улицы, поняла, что не взяла пакет со сменной обувью и со своим завтраком. В общем, Лера у меня побежала обратно за моим пакетом. Я ее стою, жду. Вот она бежит уже. Я решила ехать на автобусе, прогуляться. А то все в машине, да в машине. А то иной раз до смешного доходит. Заходишь в автобус и не знаешь, сколько билет стоит. Было как-то у меня так. Слоники прибежали. Топ-топ-топ-топ. Поздоровайся. Привет. Держи твои пакеты и мой пакет. Ну все, на автобус. Мы приехали с работы. Дети гуляют. Соседский мальчонка. Самокаты откопались под снега, да? Все, снег оттаял. Сейчас папа им еще один велосипед повесит. На велосипеде тает. Да я уж смотрю, утая отобрал велосипед. Сейчас папа поищет. Погода хорошая. Вот так, пусть договариваются. Один велосипед на всех, и тот соседский. Сейчас Сережа еще поищет. У нас был вроде еще один такой велосипедик. Егор даже ушел с улицы. Егор, что ты у мамы выпрашиваешь? Крючок. А еще что? И нитки. И нитки. А зачем ты их выпрашиваешь? Чтобы научиться вязать. Да, я сейчас в пакетике заглядывай. Лер, ты его будешь учить? А кто его будет учить? Цепочку он научился делать. Вот. Какого цвета ты нашел кубок? Ну, где синего? Темно-голубой. Темно-голубой. А крючок какой цвет? Какого цвета? Нот. Оранжевого и серебряного. Нет, не серебряного. И золотого. Золотого. Можно я девочкам покажу? Нет, сейчас война начнется. Девочки меня не просили. Давай отсрочим войну. Вот уж придут, увидят, что у тебя есть. Давай Леру унесет наверх. Ой, ты щелкаешь током. Иди гуляй еще, у вас время есть немного. Им сегодня в студии опять. Лера, снимай твою кузиню. Показывай мне это лица. Захватишь наверх?